Доброго здоров'я! Ми знову на політичній кухні АТВ. Партнер програми «Меблі Фокс», партнер показу «Аспива». Сьогодні гість нашої політичної кухні – начальник головного управління Міндоходів України в Сумській області Олександр Анатолійович Семченко. Ми раді вас вітати. Доброго дня! Доброго дня! Семченко Олександр Анатолійович народився 9 березня 1978 року в Донецьку. Там навчався у школі та закінчив історичний факультет Донецького державного університету. З 2000 року працював на керівних посадах у виробничих підприємствах. У 2007-му закінчив Донецький інститут міського господарства, а за 3 роки – Донецький юридичний інститут. З 2011 року працює в органах податкової служби. З 2013-го – начальник головного управління Міндоходів Сумській області, кандидат політичних наук, нагороджений нагрудним знаком Державної податкової служби України за честь і службу, виховує сина. Що ми будемо готувати? Готовить, ну, видите, подготовился специально национальная украинская кухня. Готовить предлагаю вареники. Вареники с творогом. Я их не очень хорошо готовлю. Вот это будет 4-й раз в жизни, когда я их готовлю. Каждый раз звоню маме накануне, что-то положить. В этот раз тоже накануне, потому что мама готовит хорошо, бабушка. Бабушке 88 лет, она готовит еще лучше вареники. Ну, я как бы где-то так вот примерно. Ну, 4-й раз, по-моему, это уже опыт. Да, это уже система какая-то, да. Ну, я... Вообще, значит, дилетант, потому что вареники, как бы, я понимаю, как готовить, но не готовил никогда, поэтому нам будет интересно. Будем учиться. Да. В центре мы делаем дырочку. Да, вот. Так, водичку. Ну, сейчас будем, да, сейчас. Вы вообще готовить, это ваше или, нет, или есть ваше? Готовить, да есть тоже не сильно мое. Есть, знаете, почему надо, потому что без еды человек существовать не может, нужно еще, наверное. Ну, конечно, я буду по ходу подливать. Давайте. Тут потому что здесь же... Мужчины, которые пытаются делать тесто это прекрасно, это я хочу сказать. Это просто прекрасно, со стороны да. Особенно. Я да, думаю, очень органично смотритесь. Ну, замечательно. Только что-то оно не получается, тесто. Не, почему? Оно получится, ну, мы же воды мало просто. А, да, сейчас будет нормально. Так, вот еще водички добавляем. Я как бы, чтобы не разливать же. Давайте уже разливать. Да. А это то, что вот любимое, то, что в детстве то, любили? Что, да, в детстве, знаете, были любимые блюда, там, которые вот, ну, которые любил больше всего. Ну, да, наверное, дошло из детства в юность, в взрослую жизнь. Приезжаешь к маме, она уже готовит, то есть она там заранее... По заказу? Ну, она уже без заказа. Просто я приезжаю, знаете, будут вареньки. Как-то я приехал к бабушке, как раз был период, когда я худел, и мне диетолог писал, что я должен есть. Я приехал к бабушке, бабушка вареники, а я не ем. Ну, потому что вот диетолог мне не написал, что я сегодня должен есть вареники. Более того, он мне вообще за все время похудения не писал. Обиделась бабушка? Вареники. Бабушка, да, она не поняла, что происходит. Но я собой горд, я смог выдержать эту пытку. Это испытание, испытание, да. То есть я не ел вареники. Ну, вы вот рисковый человек. Вы в жизни вообще вот такой рисковый, потому что вот на такое никто не решился. Еще мужчина. Да, еще. Я просто не знал об этом. Вы сказали, я бы тогда как-то по-другому сделал. Можно еще немножко сосмешить? Да, конечно, воды не жалко. А расскажите про вашу семью. Кто ваши родители? Папа у меня водитель. До сих пор, вот недавно на пенсию вышел, 60 лет. В принципе, всю жизнь за рулем. Там. А мама, она экономист по образованию. Она там работала в проектном институте. То есть вы решили, что мамина профессия вам ближе? Нет. Абсолютно нет. У меня был свой путь. Я заканчивал исторический факультет. Как бы совершенно, знаете, в другом... Я не понимал, в чем себя мысль на самом деле. То хотел быть летчиком, потом хотел быть дипломатом. Потом в итоге так получилось. Ну, знаете, семья... Небогатая, мягко говоря, небогатая, да, там, и, ну, вот, 90, там, начало 90-х годов, взятки, поступление в вузы, непонятно, как это делать, в общем, в итоге, приходя, а связи у родителей не было, то есть, надо было самостоятельно как-то вот думать что-то себе, ну, и поступал в лицей при университете Донецком, ну, я туда поступил. Я не знаю, каким чудом я туда поступил. Я туда поступил на историю. Собственно говоря, учился на истории там 2 года. Достаточно успешно учился. По крайней мере, в 11 классе выиграл Всеукраинскую олимпиаду по истории. Ох, ничего себе. А почему вот так получилось? Сначала ИСТФАК, потом Институт городского хозяйства. Институт городского хозяйства – это была уже другая история.
Я работал заместителем директора Донецкого водоканала, первым заместителем директора Донецкого водоканала. Я остался на хозяйстве, ну, директор ушел в отпуск, я за главного. И у заместителя мэра как-то на не совещание, один на один там о чем-то мы общались. Он говорит, ты же экономист, ты понимаешь. Я говорю, конечно, понимаю, только я не экономист. Так экономист или историк? Не, он говорит, ты же экономист, ты понимаешь. Я говорю, я понимаю, но я не экономист. Говорит, а кто ты? Я говорю, я политолог. Кто? Политолог. То есть, ну, хотя сам строитель тоже не экономист. А, вот. И вот чтобы таких тю не было, думаю, ну, вроде как бы понимаю, надо же найти к этому документальное подтверждение. Ну и, собственно говоря, поэтому пошел учиться. Но поскольку тогда работал в ЖКХ, собственно, выбрал. А третье высшее? А это уже, знаете, это уже не смог остановиться. Вы работали в Днепродзержинске, оттуда... Не-не-не, в Днепродзержинске я работал уже в налоговой. А до этого, то есть, получается, я работал в нацагентстве в Киеве, потом меня пригласили в налоговую, и я ушел в налоговую в Донецк. А как воспринимали, вы что молодой и вдруг... Слушайте, ну не сильно молодой на самом деле, мне 36 лет. Не, ну... На тот момент-то вы были помоложе? На тот момент я был... Ну смотритесь на 25, я понимаю, что для мужчины это не комплимент. На тот момент я не смотрелся на 25, на тот момент я был килограмм на 15 тяжелее, размер больше, пузо было больше. Это когда вареники отменили? Нет, это не когда вареники отменили, это когда с женой развелся. Вот, когда я с женой развелся, я начал думать, а что ж я с ней развелся, как я дошел до жизни такой, что пришлось развестись с женой. Вот, и начал искать причину в себе. И пришел к выводу, что я стал ленив в отношениях, я перестал удивлять, ну, как бы, это, знаете, так, наверное, все, да? Вы как женщина оцените, нормально или... Ну, мне нравится консистенция. Давайте, оно, должно быть такое, нас... оно должно быть пластичное. Давайте капельку совсем. Давайте капельку. Вот так, чуть-чуть. Вот. Мы вот это все как раз это соберем. Нам как раз пригодится. Ну, в общем, как, пока вы размышляли, вы худели, я так понимаю. Нет, я не то чтобы размышлял и худел. Я когда размыслил, я пришел к определенным выводам. И дальше начал предпринимать определенные действия. То есть я худел с диетологом. Очень хороший диетолог, кстати, говорит, как он писал, что писал, то я и ел. Как бы я занялся спортом, физкультурой, да, я начал там заниматься айкидо, плаванием, теннисом, то есть много чем. Вот подтягиваться начал на перекладине. Прошлую пятницу побил очередной свой рекорд, подтянулся уже 26 раз. Сегодня, правда, утром много не смог, всего 21. Знаете, вот у меня как бы к диетологу, к этому пошли я, и там заместителем женщина у меня работала, и вот что мне диетолог писал, то я и ел. А женщина? А женщина ела то, что ей надо. Я говорю, Ирина Дмитриевна, слушайте, я не понимаю, зачем вы человеку платите деньги для того, чтобы как бы, он вам дает советы, а вы их нарушаете. Ну, то есть я человеку заплатил деньги, он мне дал совет. Если я ему заплатил деньги, значит, я этому совету должен как бы следовать, а иначе зачем платить деньги? Ну, то есть не хочешь следовать, не платить деньги, правильно? Но это сила воли, я должен сказать. Обычно мужчины едят, что хотят, а женщины все-таки как-то у вас другая ситуация. А вы когда в Суму приехали, вы были уже не первым и не последним представителем Донецкой области. У вас не было ощущения, что к вам как-то настороженно очень относятся? Слушайте, ко мне настороженно относились, когда я приехал в Днепродзержинск. Я же приехал, ну, получается, как это? Так это на протяжении длительного периода времени считалось, что это вражеские регионы. Донецк и Днепропетровск. И там было страшно. Было страшно, ну, я не понимал, что делать, куда бежать, много было непонятного. В Суму было легче. Почему в Суму было легче? Я приехал в Суму не один, то есть масса людей, которые работали со мной в Днепродзержинске, с которыми я познакомился, работая в Днепродзержинске, они поехали со мной. Причем, то есть это была ваша команда, которую вы ну да, это люди, которым я на самом деле благодарен, что они вот поверили мне как своему руководителю, наверное, маленький раскатывать начал. Сейчас добавлю. Может, мы ему чуть-чуть вот так? А мне кажется, если вы его раскатаете, то... Нет. Слушайте, ну, вот не хватает, по-моему, у него этой... Да сейчас я. Рвется? Рвется, сейчас мы его... Так, а ну давайте еще попробуем. Давайте. Что-то мы или воды дадим, или чего-то вот другого дадим. Вот я дадим. Тоже думаю, что это... Во, надо попробовать. Слушайте, дайте мне что-нибудь поместить, а? Ну дай, подожди, мужчина поработает. Ну, пожалуйста. А вот тебе кусочек вместо эспандера. Ну, пожалуйста, и муки. И муки? Да. Хорошо, даю. Я, конечно, понимаю, что был тут у вас один персонаж, который испортил репутацию я думаю, даже не моего один. Родного региона. Ну, как бы я знаю. Но я вам скажу так, когда этого персонажа, а там в Донецке проходили в 96-м году большие шахтерские акции и перекрывали центр Донецка, шахтеры там в многих местах, как бы, и когда этого персонажа уволили указом президента, то, в общем, шахтерские акции прекратились. А, даже так.
Ну, моя мама, при том, что она образованный человек, когда-то мы его показывали по телевизору, почему-то Дулю показывали телевизору. Ну, вам вообще как-то повезло. Вы попали... Это Александр Анатольевич говорит о Владимире Петровиче Щербине. Я этого не говорил. Это вы сами сделали. Вы сделали такой вывод. Я сделал такой вывод. Вы, получается, вообще попали на госслужбу в какое-то время перемены. И оранжевая революция, и вы были руководителем. И революция достоинства, тоже вы руководитель. Как вы... Как умудрялись остаться на должности, на руководящей? Ну, на протяжении всей моей карьеры в налоговой был президентом Янукович. Вот. То есть при президенте Ющенко я работал в коммунальном хозяйстве. При президенте Кучме я занимался журналистикой и пиаром. Так, ну что, у меня, пожалуй, уже достаточно тонкое, да? Да, хорошо. Да. То есть, угу. Ну, так. Давайте. Мы вот этот, значит, откладываем сюда, готовый кусочек. Ну, Витя Александрович, вы профессионал, чтобы кого-то раскатать. Да, раскатать это нам хлебом не корми и варениками тоже. А когда Министерство доходов и сборов, которое вот в этом году отметило годовщину свою, да, или в том, да, получится? В этом. Первую и последнюю получилось годовщину. Как вы это восприняли? Я не знаю еще. Это стало каким-то ударом? Объединение, оно полезное. И знаете, хотелось бы, чтобы вот эта вот негативная тенденция или удар не почувствовало государство. А мне-то, ну вот, если брать чисто профессионально, по большому счету, вот на этом уровне, на уровне управления регионом, все равно, потому что объединение прошло таким образом, что на уровне регионов существует два юридических лица. Существует таможня, угу. Ну, конкретно вот если здесь брать, Сумская мытница, Министерство доходов и сборов. И главное управление Министерства доходов и сборов, это налоговое. Соответственно, как бы объединение, то есть, ну, начальник таможни, он от меня не зависит, он подчиняется напрямую. В Киеве напрямую, точно так же, как и я подчиняюсь напрямую в Киеве, поэтому ну, здесь процесс объединения еще не зашел настолько глубоко, чтобы он затронул вот, регионы и тем более там, инспекции. Ну, а насколько это правильное, время покажет, знаете, время лучший судья. Ну, сейчас очень много говорят о том, что у нас деморализированы силовые структуры. Вы чувствуете какое-то уменьшение доверия со стороны граждан в связи с тем, что, например, Александр Клименко в розыске там или... Кстати, я не слышал, что он в розыске, но неважно. Найти его не могут, это точно. Ну, знаете, в чем секрет неуловимости, неуловимого Джо? Он нафиг никому не нужен. Да. По поводу деморализации, вы знаете, там были разные сложные события в январе, феврале этого года, в том числе в Сумах. И там многие органы власти, не только силовые, там облдержадминистрация, зокрема, СБУ, насколько я знаю, работали до часу дня. Налоговики работали так, как это положено по регламенту. С 9 до 18, плюс Центр обслуживания плательщиков налогов, работали до 20 часов. В марте этого года мы соберем примерно на 11-15 миллионов гривен больше в государственный бюджет, чем собрали это в марте 2013 года. В целом за квартал рост более 100... А почему так? Так все же стоит. Почему так? За счет того... За счет повышения эффективности и за счет того, что мы постепенно выдавливаем теневые схемы. То есть... Как вы вот боитесь люстрации? Ну, сейчас все о ней говорят. Что такое люстрация? Люстрация – это обряд очищения младенцев путем приношения жертвы. Я, честно говоря, ни разу в этом обряде не участвовал. Хорошо. То есть важен все равно критерий, и для меня лично даже важны не столько критерии, но вот просто по отношению к гражданину, сколько оценка личности судьи. То есть судья, люстратор, да, так это самое, то есть жрец, который будет приносить жертву, очищая младенца, он должен быть чист, не должно быть сомнений, не должно быть моральных сомнений. То есть я за собой, ну, понятно, что никто не безгрешен, но вот таких вот глобальных грехов я за собой не вижу. Знаете, там многие говорят там, о давлении на бизнес, в том числе один из бывших отшельников Сумской области тоже, ну не донецкого, а макеевского происхождения. Очень много упоминаний о вас в интернете в связи с этим событием. Да, так вот он говорит, что там давление на бизнес, называл даже какие-то предприятия, но знаете, по этим предприятиям есть уголовные дела, эти предприятия занимались тем, что бюджетные деньги на конверт отправляли, и, ну если это давление на бизнес, то давил, давлю и буду давить. Яйца. Яйца? Как-то видите, я увлекся. Сколько? Да, наверное,
Сейчас будем по ходу пьесы, я сейчас... Ну, мне кажется, сюда штуки три. Ну, соль тоже сюда будем? Да, соль сюда тоже. Обвинения все-таки в адрес экс-губернатора, они были как гром среди ясного неба. Да нет, это не гром среди ясного неба. Вы не боитесь? Этот анекдот, слушайте, я вчера с ним общался, все нормально, это самое, то есть он тоже мне говорит, я совесть не мучаю, я говорю, а вас совесть не мучаю. Ну, так вот как бы, вот так и поговорили. То есть, выходит, совесть никого не мучает. Слушайте, а как ситуации? Она меня должна мучить, если как бы это правда? Это раз. Второе, как бы я об этом говорил многократно многим людям разным. Ну, то есть, как анекдот. Потому что, на самом деле, ну, я, знаете, ведь доказать это невозможно. То есть, слово на слово. Я как бы это оцениваю объективно, что доказать. Ну, пускай прокуратура занимается, господи. Они увидели в этом состав преступления, пускай занимаются. Как это думаете, это реально? Ну, то, чтобы было доведено. Моя оценка? Нет. Ну, по крайней мере, при пока еще не изменившемся составе руководства прокуратуры, то нереально. Ну, вы же сами знаете все расклады по прокуратуре и города, и области. Да, по-моему, ловится, видите, нормально. Да. А соли можно сейчас, наверное. Нормально. Угу. Вот чем мне, кстати, нравится больше вареньки, которые делает бабушка, а чем они превосходят те вареньки, которые делает мама? Бабушки вареньки мельче. Я в детстве... Удобнее есть. Да, удобнее есть. В детстве, когда ел вареньки, вот, ну и в принципе в детстве, я их ел полностью глотаю, не кусаю. Сан Саныч, маленькую ложечку. Держи. Их очень... Угу. Их очень хорошо в рот так забрасывать. Так вот, собственно говоря, конвертиком. А, как удобно вообще. Как, да? Солдатское письмо. Хорошо вот. Получается. У тебя что-то получается? Потому что у меня что-то пока что ничего не получается. Ну, Саш, это треугольничек должен быть, понимаете? Да я понимаю. Александр Анатольевич, все-таки мне вот интересен тот факт, что вот сейчас, ну, мы видим замены, быстрые очень замены руководителей на других руководителей. Чаще везде. Всего, да, причем везде, от самого высокого до самого, я не знаю, самого низа. Вот. Как все-таки вот вы считаете, достаточно ли, чтобы человек как бы был идеологически смотрел в одну и ту же сторону с нынешней властью, или все-таки нужен профессионализм? Ну, давайте так, сначала... Вот можно, например, сначала отвечу на ваш вопрос, что вы тут еще делаете, почему вас не уволили, который еще до сих пор не задали, но который считается подтекстом. В принципе, в Миндоходах просто медленно это разворачивается в связи с реорганизацией, пока как бы из областных руководителей еще никого не уволили, только вот вчера был подписан приказ нового руководителя министерства по поводу того, что создается комиссия, которая будет рассматривать руководителей региональных подразделений. Теперь по поводу как бы профессионализма. Вы знаете, на разном уровне требуются люди с разными функциями. Конечно, важно, чтобы вся команда сверху донизу, это очень хорошо, если вся команда сверху донизу разделяет те цели, к которым двигаются. Но, знаете, вот у меня вопрос. Вопрос, на который как бы задан давно и не мной, а какие, собственно, цели у Украины? То есть все цели, которые называют у Украины, там розыток демократичного суспильства, это, конечно, добробут. Я с этим всем согласен, но это не цель. Вот я не понимаю цели, как бы, то есть добробут это средство. Демократичное суспильство – это средство. Верховенство права – это снова-таки средство. А что цель, по-вашему? Цель, не знаю, наверное, счастье. Просто простое человеческое счастье. И чтобы люди были счастливы на этой земле. Но вы морально готовы к тому, что вас могут заменить в связи с ситуацией, которая в стране? Я, да, готов. И что тогда? Куда? Пойду работать профессором в университет. Свободный график, молодые студентки. Вы кандидат наук. Да, у меня докторская уже написана. Готова к защите. Вышла монография. А тема какая? Тема... Ну, если вкратце, политический имидж Украины, то есть он, а если не вкратце, то имидж украинской державы как основной членник политической модернизации. Все в тему. Да, в тему. Ну, политолог. Чувствовали, наверное. Перше кохання. Дописали.
знаете, это тоже как бы элемент выхода из кризиса, из моего собственного кризиса в период развода. То есть мне один умный человек очень посоветовал загрузить себя абсолютно, ну, вот, полностью вообще. Чем-то другим, да? Чем-то вообще. То есть работа хорошо, но работа все не закрывает. Физкультура все не закрывает. Ну, вот как бы и диссертация тоже. Сейчас просто другие методы подбора информации, там они изменились, как бы можно это многое делать удаленно, потому что, ну, когда писал кандидатскую диссертацию, учился в аспирантуре, там в библиотеку ходить, надо было долго сидеть, выписывать. Потому что денег на ксероксы не хватало. Вот. А сейчас уже все поменялось. Поэтому. Ясно. Вот. А тут свободный график, молодые студенты, лет человек не замужем. Но у вас есть сын. Но сын. Сын есть. Вы общаетесь? Каждые выходные. Я папа по выходным, как бы тут и позиция жены правильная, наверное. Говорят, что женщины как-то по-другому рассматривают иногда при разводе, но я с другим не сталкивался. А моя бывшая жена, она даже вот как бы обижается, если вдруг там что-то с сыном какие-то выходные не прообщался, ну, или хорошо, что-то. Это здорово. Да. Ему уже 11 лет, он достаточно большой, 1,62 роста, хотя не все в росте измеряется. Его будущее видите в Украине? Да. У нас, кстати говоря, были с женой по этому поводу разногласия. Она там его за границу хотела отправить учиться. Я был против категорически. А почему? Ну, там, ментальность поменяется. Он будет уже как бы другим, вернется другим человеком. Но личность не сформирована у него сейчас. Ну что тут, если от тебя тебе пошло? Конечно. А как удобно, я тоже. Вот у меня вообще есть интересно. А мы ваши вареники очень легко узнать. Среди остальных, я вам хочу сказать. Вы знаете, это просто... большая школа теоретики. Да, да, да. Я когда их поедал, хотя, знаете, когда я их ем, у меня не хватает времени рассматривать. А вы вообще военно обязаны? У вас вам повестка случайно не приходила? Я военно обязанный. Но... Офицерская кафедра, наверное, была висит. Нет. Знаете, как я называю это все? Ну, в шутку, конечно. Что очень хотел служить. Прихожу, не берут, говорят, университет закончили, приходи. Я закончил университет. Опять не берут, говорят, аспирантуру закончишь, приходи. Закончил аспирантуру, говорят, так ты ж уже старый. Поздно. Ты уже не напросишь. Ты уже старый, у тебя ребенок. Не, на самом деле, как бы, вот в какой-то момент в Украине существовало такое, знаете, то давали взятки, чтобы отмазаться, потом начали давать взятки, чтобы пойти служить. Да, действительно так, потому что уже брали мало, а особенно ребята с села, они всегда хотели служить, потому что это как бы и возможность была выехать. Я не служил. А если сейчас готовы на войну? А куда же сейчас подводная лодка? Слушайте, у меня дед Родину защищал, оба деда Родину защищали. Но второй дед там уже после войны немножко служил, в 44-м году в Одессе с бандами боролся. А дед Петя, он служил чуть хуже своего деда. Не. А то, что с Россией все-таки? Браты, славяне. Слушайте, мы что, с Россией первый раз воевали? Да нет. Я помню еще. Потом насчет братьев славян. Сколько мы раз с братьями славянами поляками воевали? Ну, так получается. Или вон эти братья германцы друг с другом мысли тоже за милую душу воевали постоянно. Знаете, этот зов крови, он, наверное, не работает с тех пор, как там одно племя перешло через реку и отделилось от другого. Наверное, к сожалению. Хотя хотелось, чтобы было все наоборот. А вот как вы думаете, как завершится эта ситуация, ну, я думаю, с Крымом? Я думаю, что Крым мы потеряли. И если чего-то глобального в мире не произойдет... То есть ничего нас никто не защитит, да? Ну, это видно давно уже. Слушайте, ну, вся история английской, там, американской дипломатии показывает, что они придерживаются договоренности каких-то, пока им это выгодно, то есть взвешивать. У них есть только свои интересы. Да, есть. Они руководствуются только. Есть этот наш договор, там, Будапештский, хоть узнал, где он подписан, потому что когда был маленький, да, когда Кравчук сдавал ядерное оружие, есть этот договор. И дальше что? Они его, ну, не поддерживают. И вот эти вот крики по поводу того, что вы сейчас у Ирана ядерное оружие отнять не сможете, вы сейчас у Северной Кореи, ну, правильно абсолютно, но почему-то посчитали, что так им выгоднее. Могут ошибиться, они же тоже не стопроцентные. Могут не ошибиться, я не знаю. У меня третий глаз закрылся, будущего не вижу. Ну, а вы как житель Донецка, как вы считаете, Донецк может
инициировать какой-то референдум? Вы знаете, я не житель Донецка. Ну, как, я в Донецке... Как человек, который там родился, скажем так. Настроение знаете. Ну, родился, от настроения с людьми общаюсь. Ну, все равно, да, вы же общаетесь, звонят вам все равно. Да, слушайте, Донецк на референдуме 91-го года в феврале дал там, по-моему, за 90% голосов за независимость Украины. Они даже, по-моему, процентов 15 голосов дали за Чернового Донецка. К сожалению, об этом сейчас мало кто вспоминает. Да нет, об этом как бы все помнят. Мне кажется. В 2004 году до, ну, до второго тура за Януковича голосовали в Донецкой области. Но у Януковича не было вот таких вот, знаете, вот явных, отъявленных сторонников Донецкой области. Голосовали, ну, потому что, ну, как бы вот так вот голосовали, просто вот там свой где-то там. Но вот сторонников, которые бы... А когда... Мне кажется, голосовали не так за Януковича, как против Ющенко. Ну, может быть и так. А вот когда случился вот этот Майдан, и когда начали там объявлять, что Донецкое быдло еще, ну, то есть оскорблять людей, там, угрожать им чем-то, то у людей проснулось вот дух противоречия, и духи противоречия у Януковича появились реальные сторонники. И я видел, когда в Донецке там, на третий тур люди собирались на своих машинах, возили инвалидов, когда там реально, знаете, шли старые мулаты, те, кто идти не мог. Шли. То есть вот здесь то же самое, когда там выходит товарищ с автоматом, а кто в мене забере автомата, или там, кто тут москаль, я буду стрелять, или что-то такое, ну, это плохо. Когда там, ну, это вот порождает вот такие вот вещи, то есть не надо обижать друг друга, надо любить друг друга, нужно любить своих соотечественников, неважно, на каком языке они говорят. Кстати, нет любви более искренней, чем любовь к еде. Бернард Шоу. Тесто не пересолится. И еще. Ну ладно. Я думаю, что вот так. Ну, в крайнем случае, сметаной можно будет разбавить, оно если что попустит. Нет, тесто не. Так, ну что, погнали, да. Да. Давайте к вам присоседись. Такая большая. Так, конечно, она будет мешать, потому что они не прилипли. Да. Конечно. Есть. Шумовочку. Есть шумовочка. Настя, давай. Да. Давайте. Палку-мешалку. Да. А, вместо палки-копалки. Как-то они такие тоненькие и нежные. Я уверен, что они будут вкусные. Да, мне мама говорила, потом надо будет немножко, когда оно сейчас закипит, потом спустить температуру. Ну, у нас с вами получился очень откровенный разговор, честно говоря, я не ожидала, поэтому... Я уж, такой закрытый, вообще скрытый. Да. Нет, вот действительно, мы как бы, и я, и Настя, мы можем подтвердить, что вот, ну я, в крайнем случае, за 20 лет журналистики в этом городе, такого ранга, скажем так, руководителя такой службы. Не, это действительно так, я говорю, то есть открытости такой не было. Действительно, вам когда не позвонит, то есть вы любой вопрос комментируете, то есть для журналиста вообще нет проблем. Как-то даже аж... Знаете, предприниматели, которые мне... Убирайте всякую интригу, скажем так. Предприниматели, которые мне звонят, вот мне, допустим, Ильченская, там, руководитель, ну, она там общественный деятель, предприниматель, вот, она тоже звонит. Я, когда даю свой телефон людям, я говорю, что вы лучше позвоните тогда, когда не надо, чем тогда, когда надо было позвонить, а вы не позвонили. Не позвонили. То есть вот, потому что многие проблемы, на самом деле, возникают из-за недостатка коммуникации. То есть люди не общаются, люди не выясняют проблемы, люди что-то себе фантазируют. В итоге, ну, то есть я могу решить проблему какую-то, если я... Да, уже надо доставать. Так, надо масло... Вот сейчас я масло сделаю, сейчас. Так, и сейчас... надо будет температуру там, наверное, поднимать. Сейчас. Поэтому, знаете, я в непродвижности работал, когда непосредственно в инспекцию по поводу общения. То, наверное, сотни-две предпринимателей имели мой номер телефона и могли позвонить, в принципе, тогда, когда они считали это необходимым. Я помню, вы когда-то говорили, что очень правильная система, когда руководителя с одного региона отправляют в другой. Да. Что у него, получается, нет связей, да, и так далее. Сейчас тоже придерживаетесь этого? Да, да. Я считаю, что любой руководитель, выросший в регионе, руководящий в регионе, связан определенной системой обязательств и отношений. Причем это не обязательно какие-то коррупционные или родственные отношения. Просто с кем-то дружил, кому-то должен за что-то, ну кто-то там чем-то помог. То есть, ну, в школе списать дал. Ну, даже так. Даже так. А если ты пришел с другого региона, ты никому ничего не должен. Ты просто вот работаешь работу так, как ты ее обязан делать по должностным инструкциям, по закону.
Ну и по справедливости, конечно. И я, знаете, вот, ну, вот в обл.администрации там галерея председателей обл.исполкома Сумского, начиная с, ну, вот, с основания области и вот заканчивая последними руководителями. И вот в самом начале там было с Полтавской области, с российской каких-то там республик, да, были люди. Потом начали как бы появляться вот, ну, жители Сум, но не знаю, надо сравнить как бы периоды эти. Понимаете, любовь к краю и как бы отношение к людям, оно же не зависит на самом деле от места рождения. И если воспитали тебя так, что ты должен работать по справедливости, то независимо от того, где ты родился и где ты работаешь, ты будешь это делать. А если не воспитали, ты и своих будешь грабить. Это точно. Ну, опять-таки, понимаете, как бы оценивать себя, я себя оценю, какой я замечательный, классный. Вот. А, допустим, был в Шукотской области, говорит, что там довел на предпринимателя. А спросите тех же предпринимателей. Ну, и предприниматели будут разные. Потому что работа такая, что... А как вы реагируете вот на... Или вообще не реагируете на такие высказывания, как вот Семченко сейчас... Ну, я грубо скажу. Да, он сливает экс-губернатора для того, чтобы остаться на своей должности. Знаете, мне вчера экс-губернатор такую же фразу сказал, но... Мы с ним созванивались вчера. Да. Значит, смотрите, вот этот вопрос, который, как бы, собственно говоря, он поднялся еще летом. Угу. Доказательством являются средства массовой информации, да. Публикации, которые в них проходили, то есть которые сопровождали этот конфликт. Не то, что сливают, я добиваюсь справедливости просто. Но мне нравится очень Высоцкий в роли Жеглова. Возникают вопросы у людей, а как же вы тогда работали раньше вместе? Слушайте, как кошка, сложности были. Вы не просто помните? Об этом никто не знал. Да ну как не знали? Вы просто на это как-то вот не сильно обращали внимание, наверное. Сейчас просто стало более интересно. Помните, в ноябре была коллегия областной государственной администрации, где я, честно говоря, думал, что будут там прям выносить мотивованную вымогу про звільнення. То есть, что будет меня... По результатам этой коллегии. Да, по результатам этой коллегии. Но мы так хорошо подготовились, мы, в общем, сместили акценты, ну, вернее, как расставили акценты по тем уголовным делам, которые возбуждены, по раскраданию бюджетных коштов. И в той ситуации просто вот, ну, не смог на это... Да, давай пойти. И больше огонь делать сразу. То есть просто об этом как-то, на этом не акцентировали? На этом не акцентировали. То есть об этом говорили. Можно, я же говорю, поднять СМИ, можно посмотреть, что, допустим, средства массовой информации, ну, допустим, газета «Наша сотня», да, знакомая газета. Угу. Она же писала о гадости, кто ее финансировал. То есть, ну, все в суммах знают, кто финансировал эту газету. То есть это было раньше просто, ну, это не обращали внимания. Сейчас на это обращают внимание. А может быть, и тогда обращали внимание, но просто интерпретацию давали другую. А справедливость. То есть Семченко уйдет. Пускай без Семченко эти уголовные дела доведут до суда и до приговора. Вот, собственно говоря, и все. Мне интересно, чтобы дело жило и развивалось так, как оно должно развиваться. Вы профессионал по выкладыванию, я так... Настя, я не смогу сделать это лучше. Да? Вы себя недооцениваете. Не, на самом деле, когда в общежитии жил, я так крышкой прикрыл и сливаешь. Ну да, да, так. Просто у нас два захода было, поэтому, ну, как бы. А так, конечно, так бы и сделали. Вообще, в общежитии, когда жил, жрать все время хотелось. Абсолютно. Ну, нормальное там, состояние. Не, ну, мивину там, вот студенческое. Мивину с утра так в автопилоте всунул кипятильник в кружку, потом засунул мивину и через полчаса проснулся, да, уже все готово. Да, да, да. Но иногда хотелось есть. Иногда хотелось, это действительно. И тогда я спорил с женщинами, которые жили в общежитии. Ну, с девушками, там, на разные вещи, там, сам был такой забавный спор. То на есть, еду, была... я так понимаю. На еду, да, я только на еду, потому что хотелось есть. А, вот одна девушка была такой с хорошей грудью, и мы с ней поспорили, у кого больше объем груди. Она не учла, что у мужчин грудная клетка шире, шире, и да. За счет этого, какая бы у нее грудь не была. Но, кстати, чуть-чуть проиграла. Картина маслом. Сейчас до масла надо их дотрясти. Так, сметану достаю, да? Да, наверное. Я думаю, сметану, Настя, каждый в свою тарелку. Как скажете. Ну, можно и так. Ну, видите, масло проявилось уже. Да. Мама как-то так делает. О, кстати, хорошо получается. Я ж только теорию проходил. Теорию. А вот здесь прошли практику. В общем, ничего не пропадете, я уже вижу.
будущая жена увидит передачу и скажет, не, готовить умеешь. Как песня есть юмористическая, и там все. Переделка из Макаревича. Пускай лучше готовит жена, для этого она и нужна. Во-первых, я предлагаю... Вилки, да, это правильно. Вилки это потом, под такие вареники от нашего Компот. Спонсора, Псельское пиво. Вы знаете, что если пиво не псельское, значит пиво никакое. Кстати, с тех пор, как люди научились варить пищу, они едят вдвое больше, чем требует природа. Бенджамин Франклин. Так, просто сверху, да, сметану? Ну, конечно. Слушайте, как кому хочется, на самом деле, ну я... Ну, в общем, я делаю вот так. А вы, мужчины, как хотите. Вы себя не любите, Настя. Вот да? Я сейчас тоже сделаю так, чтобы больше у меня никто не спрашивал. А, нет, я так не ем. Это вам. Вот, теперь я знаю, что в мою тарелку никто не захочет. Так, а куда положить? Туда? О, боже, да, Александр туда все. Перец? Конечно. Не могу я без перца есть. Десерты тоже с перцем едите? Конечно. Не могу я без перца. Можно? Так, а как положено, да? Ну, а как? Пробуем. Просто берем и едим. Я нашла Сан Саныча маленький вареничек. Да? Ну, пробуй. Лучше его не надо было там пробовать. Камень. Класс. Мне вкусно. Ой. Мне тоже. Блюдо просто супер. Особенно тесто. Вот такой бы обед каждый день. Я щирі українці. Я нагадую нашим телеглядачам, що ви були на політичній кухні ATV. Партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу «Аспиво». І вареники дійсно дуже-дуже смачні. А в гостях у нас був Олександр Семченко, котрий очолює обласне управління Міністерства доходів України. Я... Дякую вам, спасибо большое, реально очень вкусно. Спасибо. Приятного аппетита. Оставайтесь с нами. Спасибо.